Motir nakishne parato shatova mitho vipade to grihovratanam adanta govir vishatam tamisram punaha punah charvito charvananam. Goryo Goshtipati, Siddha Bhakti Dhamdha Saraswati Goswami Jaištva Bhattro, Гаудия Гошчипатищила Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад говорит, что обусловленная душа, она всегда пытается найти недостатки в других. И вот обусловленная душа, она не может найти свои собственные недостатки, а вместо этого пытается искать их в других. И это одна из причин ее обусловленности. Причина, из-за которой она не может продвигаться вперед по пути баджана. И вот проблема в том, что эти обусловленные души только ищут какие-то недостатки в других, а не в себе. И вот та шлока, с которой я начал, она очень важна. Шрила Прахлад Махарадж говорит, что обусловленная душа, она не может развить бхакти. Они не могут понять, что такое настоящая бхакти из-за своих собственных усилий, или с помощью других людей в этом обществе. Они не могут понять, что такое бхакти. Бхакти — это такое нечто сокровенное. Бхагават-бхакти — это нечто сокровенное, что великие пандиты, они не могут осознать, что такое настоящая бхакти. Что великие пандиты, они не могут понять, что такое настоящая бхакти, и поэтому я уже в тот день говорил, что значит бхакти. Кришна, он говорит, вот он говорит в этой шлоке определение бхакти, а другое, если мы хотим узнать аналитически, что такое бхакти. Шрила Прабхупад говорит, бхакти — это естественная функция нашей души. Бхакти — это естественное состояние нашей души. Это естественно, что мы должны совершать бхакти, но не делаем этого. Подобно большому магниту, электрическому или такому естественному, есть разные магниты. И вот магниты всегда притягивают железо. И железо, оно притягивается к магниту. Но это, как правило, обычно, но не всегда. Если железо, оно окислилось, заржавело, и в этом случае этот ржавый кусок железа, он не притягивается этим магнитным полем. И также все дживатмы, они очарованы майей. Их истинное «Я», оно покрыто майей, и поэтому они не могут почувствовать, что у нас наша естественная потребность служить Кришне. И кто-то думает, что если Прабхупад говорит, что бхакти — это естественная функция нашей души, то, или, если сказать по-другому, что-то сделать для гуру вайшнавов, намы, дамы, парикара, вайшнавы, и все, что связано с Верховным Господом, это одна единая адвагья таттва. И служить им всем. Например, я служу Туласи в Вриндадеве, это тоже служение, но бхакти может начаться только тогда, когда мы обретем милость гуру и вайшнавов. Парато сатова. И вот слово сато значит нашими собственными усилиями мы не можем обрести бхакти. Мы можем обрести бхакти только с помощью Бхагават-бхакти. Бхагават-бхакти. И те, кто освободились от материальной обусловленности, те, кто непрерывно служат Гуру, Вайшнавам и Бхагавану, и в таком умонастроении непрерывно, мы должны помнить об этом. Вначале всего люди могут не понять, какова их обязанность. И единственная обязанность, которая у них есть в их жизни, это служить Верховному Господу. Единственная обязанность — это служить Верховному Господу, Адвайгьян Татве. Служение Туласи тоже к этому относится, поскольку она близка Господу. Но это не так просто. Вначале мы должны принять прибежище у чистого гуру и вайшнавов и избавиться от материальной обусловленности и обрести, получить вкус к Харинаму. Это один из главных признаков. Если мы получаем вкус к воспеванию святых имен, то если мы всегда хотим воспевать святые имена, как Рупа Госвами, он цитирует шлоку, которую произнесла Радхарани. И вот Радхарани говорит о Сакхи, что случилось, я не знаю. Кришна нам, он танцует на моем языке таким образом. Я хочу обрести тысячи языков, я хочу обрести тысячи ушей, чтобы слушать сладости Харинама. И это признак. Иначе это не так, что мы повторяем Харинам просто, чтобы как-то провести свое время. Это неправильно. Если мы развили наше естественное влечение есть к служению, естественно, склонность к служению Гуру, Вайшнавам, Бхагавану, Туласи и всем Тадьявасту, поскольку это Тадьявасту Сева, она более полезна для нас, чтобы помочь нам обрести бхакти. И таким образом Прахлад Махарадж говорит: Гриховрата нам значит те, кто, у кого есть такая гриховрата дхарма. Гриховрата дхарма, что значит те, у кого есть их естественное влечение к семье, к материальной жизни, к деньгам, к положению, к уважению и ко всему прочему, что связано с этим материальным миром. Они чувствуют какое-то влечение к каким-то материальным вещам, но чистые вайшнавы, они смеются над этим, поскольку они видят, что это все мое. В Ясадева Госвами он смотрит Он видел, что это майя. И вот Ясадева Госвами, он смотрел, он видел Адвагьян Таттву и майю. Он увидел, что эта майя, она не может предстать перед Господом, она где-то позади. И вот Ясадева Госвами, он видел олицетворенную майя Деви, она стояла со сложенными ладонями, и стыдно было, что она занимается такой деятельностью неблагодарной, что тех, кто не заинтересованы в служении Кришне, она их... Она ее бедность подобна этому надзирателю в тюрьме. Кто-то может сказать, что такие вайшнавы, как Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада или вся наша Гуру Варга, они тоже в этой тюрьме материального мира, но это не совсем так. Те невежественные люди, они, кто сомневаются в величии Гуру, вайшнавов и Бхагавана, и Бхактивинода Тхакур, он знает наши настроения, и поэтому для нашего блага Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, вот в этом киртане он молится Верховному Господу. Шрила Бхактивинода Тхакур, вечный спутник Гуранги Махапрабху Радхарани, он говорит, что «О Господь, пожалуйста, благослови меня, чтобы моя преданность, вера в Гуру и Вайшнава, Вишвас, Шрадха, она увеличилась каждым днем, чтобы наша твердая вера в служение Гуру, Вайшнава и Бхагавану, она увеличилась каждую секунду». Your real self, but real self is not expressed. If we, that day I was discussing, if we have connection with Anantadeva, infinity. Ananta means in mathematical language I would say infinity, but actually Anantadeva. Anantadeva, if I translate infinity, it's also is not perfect. Anantadeva means Anantadeva. Анантадев, если перевести это, что слово значит бесконечность, но это не совсем правильно. И вот до тех пор, пока мы не даже не разовьем, а обнаружим нашу вечную связь с Анантадевом, то невозможно для нас понять, что такое настоящая бхакти. Неудовлетворение никогда не оставит нас до этой степени. Какое-то неудовлетворение будет у нас. Оно может осквернить наше сердце и не позволить нам совершать настоящий харибаджан. Есть материя, и от этой материи какое-то осквернение происходит. Кто-то может харинам повторять в каком-то уединенном месте, но все равно из-за влияния материального мира какое-то осквернение может появиться. И вот Джаганадас Бабаджи Махарадж, он сказал своим ученикам, что идите поливайте овощи в этом в огороде. Его ученики начали возмущаться, что мы что сюда пришли, овощи поливать в огороде, работать или баджан совершать. И вот они начали жаловаться Бхактивинода Тхакуру, что случилось. И вот они говорят, что Бабаджи Махарадж, он заставляет их поливать овощи, в огороде работать. А мы тут пришли харинам повторять. Почему это он харинам повторяет, а мы должны овощи поливать? И вот Бхактивинода Тхакур, он сказал, И вот если мы в уме с кем-то общаемся, имеется в виду с каким-то асатом, то к ничему хорошему не приведет. Харинам, он ни по воспеванию святых имен никогда не останется бесследным. Если мы во время воспевания святых имен думаем о чем-то материальном, то это даст свои плоды. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что то, что говорит Махарадж, вы должны делать, вы должны исполнять указания гуру Вайшнавов. И если он говорит вам, что вам надо поливать овощи в огороде, то это нужно делать. Другому он сказал, что какому-то ученику, что нужно идти на парикраму босиком по всем святым местам. И вот смотрите, эти гуру Вайшнава, они видят нас насквозь всех, они видят, что находится в нашем сердце. И вот в таком как пример такой, если мы воду как-то отстояли, очистили, но если посмотреть воду, на эту воду через электронный микроскоп, то мы увидим много всяких веществ в подвижном состоянии находятся, и в воздухе тоже. Воздух будет чистый, а если луч солнца попадет в такую комнату, то можно видеть, что там множество всякой пыли и прочих подвижных частиц, которые находятся в этом воздухе. То есть можно видеть, что воздух он не абсолютно чистый. И вот так, в воздухе могут быть какие-то микробы, которые могут стать причиной заражения какими-то болезнями, которые воздушным путем передаются. Воздух вроде с первого вида чисто, если рассмотреть, то увидим, что много всякой живности там есть. И наш ум, он также в нем находится всегда как какая-то материя в таком подвешенном состоянии, подобно тому, как на небе все эти звезды и планеты, они находятся на небесах, но в этом космосе, кто их держит, они все находятся на своем должном положении. На Млечном пути можно видеть бесчисленные звезды и планеты, они находятся в таком подвешенном состоянии, и кто их поддерживает так, почему они не падают, никто не может ответить. Какова причина этого? Four up, down, accurately, no displacement, mathematically exact. Up, down, right and left. Если вот взять какое-то железное тело, подвесить его в магнитном поле, то оно тоже будет так висеть, поддерживаемое магнитным полем. Но кто может это сделать? This is our condition. From all square, Maya catching us today, you see. и так вот так же все эти планеты, они тоже таким, по воле Господа, они поддерживаются в таком подвижном состоянии. Майя навсегда препятствует харикатхе, а харикатха, значит, если мы по-настоящему слушаем харикатху с безраздельным вниманием, то тогда я могу дать гарантию, что сегодня или завтра вы сможете соприкоснуться с тем трансцендентным миром, с Вайкунтха-джагатом. И вот в таком подвешенном состоянии все различные звезды и планеты, они поддерживаются Анантадевом в их соответствующем положении. Даже если взять вот какой-то этот предмет металлический, ну вот как ложка от этой панчапаты из этого латуни или что-то такое, I can give hit on that copper. In school laboratory and college we used to do it. Any piece of metal, если разогреть какой-то металл, or iron or anything, any metal, this pure, give it. We hold it with holder and put in fire. After some time you can find magnesium showing white color. И вот если разогреть какие-то металлы до определенной температуры, то они начинают светиться различным цветом в зависимости от температуры и металла. И вот И вот если разогреть какой-то металл до определенной температуры, то какой-то свет йоти исходит из него. Вот свет в общем. И в этом случае джоти. Тут Махарадж рассказывает о санскрите и бенгале. То есть слово йоти саньяси значит, а джоти свет. А бенгальцы наоборот говорят. И вот, в общем, этот свет, он при нагревании металла до определенной температуры, этот металл начинает светиться. И один ученый from Italy, I think. Your Niels Bohr, he was actually football player, World Cup football player. Niels Bohr, he was successful to come out with his thesis. Вот он написал, определил как-то, что каждый металл, он и сияет определенным светом, и потом что-то опять исследовали, но это исследование в сравнении с Баджаном ничто, но так или иначе, чтобы дать какой-то пример, я вынужден говорить об этом, и если один какой-то металл нагрет, то эти атомы, которые там находятся, они возбуждаются из-за нагревания. И вот также говорится, что энергия, она в физике говорится, что энергия никогда не может быть уничтожена. Она только превращается из одного состояния в другое. Если, например, тереть руки, эта механическая энергия трансформируется в тепловую. И это зовется вот таким преобразованием. если на течение реки или на водопад поставить какую-то турбину, то электричество будет производиться. И вот это пример того, как механическая энергия в механическую превращается. Точнее, механическое в электрическое, или наоборот, в случае с мотором, электрическое в механическое, то есть можно преобразовывать эту энергию. Но вот ученые обнаружили, что внутри атома эти электронные протоны, и вот электроны вращаются по определенной орбите, они могут иногда менять свои орбиты, а как это происходит, эти ученые не могут найти правила по которым они перемещаются, нет никакой определенной формулы. И вот ученые, они говорят, что мы уверены на 100%, что электроны, протоны, у них есть какая-то воля. И вот они приходят к выводу, что и поскольку они не следуют никаким определенным принципам и правилам, то есть они пришли к выводу, что у них может быть какая-то свободная воля, из-за которой они движутся, как им захочется. И вот это шлока из Чанди Пада, она это также доказывает. И вот мы вернулись к тому, что дживы, у них есть свободная воля. И вот суть в том, что различные металлы, они светятся при нагревании различным светом, и электроны тоже, ученые подозревают, что у них есть тоже какая-то воля. И наши шастры, они уже говорят, что у них есть воля. И сейчас я решу этот вопрос о том, что кто-то говорит, что Гуру Вайшнава, они тоже в тюрьме материального мира находятся. И вот из Брихад Бхагаватамрита Махарадж произносил эту шлоку. И вот Санатана Госвами говорит, те, кто слушает трансцендентную харикатху непрерывно, автоматически они избавляются от материального рабства и обретают нектар, и достигают такого нектарного мира, Пракрита Джагата. Но мы, кто-то может какие-то аргументы приводить, но сейчас я приведу пример, благодаря которому мы поймем, что внешне мы вроде как находимся все в материальном мире, как Гуру Вайшнавы, и мы также вроде все в одном материальном мире, но разница какова. И вот пример Махарадж приводит. Однажды один офисный работник сидел в своей комнате, в своем офисе, и вот время обеденного перерыва началось. Шрила Бхактивинода Тхакур во время своего обеденного перерыва он писал киртаны для нас. И кто такой Вайшнав? Вайшнав — тот, кто все использует в харибаджане, или тот, кто использует все в харибаджане, все время, каждую секунду. Это такое научное, одно из определений Вайшнава. И вот этот офисный работник, он сидел и писал письмо. И позвал своего друга, который случайно пришел, и спросил, чем он занимается. Он сказал, что письмо пишу, а кому пишешь? Младшему брату пишу. Ну, вот написал он письмо и адрес написал. И попросил этого друга, что ну, ты идешь там на улицу, заодно возьми и кинь это письмо в почтовый ящик. И вот он взял это письмо и смотрит, кому, и видит, адрес там написан. Это Сумиран Чаттерджи, это имя такое. Алипурская центральная тюрьма, Калькутта там 27. И он забеспокоится, что твой брат в тюрьме. Да, в тюрьме. А что случилось? Ничего не сделал. Ничего не сделал, он там работает. Тюремщик он. Тюремщик в этой Алипурской тюрьме. И вот так же внешне можно увидеть, что эти тюремщики, они тоже на территории тюрьмы находятся. И кто-то может, хотя они в тюрьме же находятся, но не как бы начальники тюрьмы, а эти преступники, которые в тюрьме сидят, они просто сидят там. И также Шрила Бхактивинода Тхакур в Махатме говорит, что те, кто не совершают баджан, они не могут обрести связь с Дамой. И смотрите, все какие-то грязные вещи случаются в Даме. А Бхактивинода Тхакур говорит, что нет. Это те, кто не мог, эти все вещи не могут соприкоснуться с настоящей трансцендентной Дамой. Это все на уровне Майи происходит. Майя. Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, что моя подобная сети, она покрывает Даму, и на этой сети находятся все материалистические люди. Они не касаются Майи, не касаются Дамы, а просто сверху на этой сети находятся. И поэтому, подобно этому, не нужно спорить, что положение Гуру Вайшнавов и наше положение, оно одинаково. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур просит Верховного Господа: «О Господь, сделай так, чтобы в моей жизни я мог развить нашу веру в лотосные стопы Гуру Вайшнавов». Мы должны молиться таким образом, чтобы каждую часть секунды наша вера в Гуру Вайшнавов, она увеличилась. Материалисты не смогут понять этого, особенно те, кто совершают оскорбления, они тем более не могут этого понять. Кто-то повторяет Харинаму и думает, как больше заработать денег или еще чего-то. Хотя у кого-то таких людей может быть так здоровый мешок для четок, думает о каких-то материальных этих делах. И вот Махарадж практически это видел в Вриндаване на Лой-базаре, там базар такой есть, там не хочу его имя называть, но один торговец, он был не Вайшнав, какой-то бизнесмен, хотя с тилаком с малой ходит, и вот он раздал какие-то деньги этим торговцам, ну, в смысле, будучи саньяси, деньги, которые приходят, раздает эти, как сказать, они инвестируют такие деньги, полученные в какие-то такие организации. И вот это глупо, если мы получаем, понимаем бхакти, что такое нектар, то мы будем, нам будет отвратительно такое поведение. Если мы однажды поймем, что такое бхакти, и Прахлад Махарадж говорит, что они не преданные. Прахлад Махарадж громко говорит о Нарисимхадев, те, кто хотят что-то обрести от тебя за свое служение, они не настоящие слуги, они торговцы. И вот Прахлад Махарадж говорит, so boy means Nishchitameva. He is a businessman. He is not devotee. In the name of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, we are going to get enjoyment, huh? All over the world. Idiot number one. We are getting enjoyment, huh? I can put Tilakumala. Если Сарв Госай, он проверит нас, то он выгонит нас за такое поведение. Но это произойдет из влияния майи. И вот это поэтому положение гуру Вайшнавов и обусловленной души, оно различается, хотя внешне все они в тюрьме материального мира находятся. И вот Махарадж сейчас приведет пару примеров, и вот он начал с того, что обусловленные души никогда не видят недостатка в себе, а только в других, но чистые Вайшнавы, они думают, что они единственные падшие души, и все совершают баджан, кроме них. Чем больше вы совершаете баджан, тем больше вы осознаете свое смирение. Чем больше смирения разовьется в вас. Чем больше мы совершаем баджан, тем больше будет смирение. Rainfall in the morning time from 2 o'clock. Rain, mammo, torrential rain, electricity gone. Electricity gone. That doesn't mean that we should can stop again. Electricity gone. What? Oh, man, no electricity. How can we foolish? Electricity gone. So what? Некоторые люди не. Махарадж приводит такой пример, что если нет электричества, это не значит, что вайшнавы должны харибаджан останавливать. Нет, нужно дальше совершать харибаджан. Если нет света, то ничто это не должно быть помехой для нашего баджана. When whole world going to take rest, like Asura, they are sleeping. Very nicely. Sleeping means Maya. And that time, Vaishnava doing Vaishnava. Let them sleep. If they get up, they are Asura. They can start disturbance for me. Follow. It is good they sleep. The more they sleep, it's good for me. No disturbance, nothing. Махарадж говорит, что мудрые они спят, когда невежественные бодрствуют, и наоборот, бодрствуют, когда невежественные люди спят. И вот пример из Библии. И вот однажды Иисус шел через какую-то деревню со своими учениками и внезапно обнаружил, какая-то прекрасная женщина, а эти местные жители, они били ее камнями, и вот она молила о спасении, вот он сказал, что случилось, зачем вы кидаете в нее камни, но они говорят, что она бесчестная, и поэтому мы хотим закидать ее камнями. Но он сказал, хорошо, а кто среди вас может доказать, что не совершал никаких грехов? Вот тот, кто не совершал ни единого греха, пускай он и кидает камни. Кто из вас кто-то больше хотел, можно видеть, какие-то люди, например, жалуются, обвиняют других, что я украл всего там 50 тысяч, а он 500 тысяч. Вот он, вот эти два человека, они оба вора. И так, кто украл меньше, может жаловаться на тех, кто украл больше. И вот Иисус сказал, что остановитесь, только тот, кто не совершал никаких грехов с самого рождения, он достоин кидать камни в нее. И вот, в общем, ничего не нашлось, чтобы ответить им. И вот наша обязанность помочь этой женщине исправить себя. Это обязанность Гуру Вайшнавов. Гуру Вайшнавы никогда не кинут нас в океан Майи. Гуру Вайшнавы, они всегда нам дадут возможность, чтобы мы исправились. И этот мир, даже полубоги, они всегда совершают какие-то ошибки. Но чистые Гуру Вайшнавы, они не совершают никаких ошибок. И вот они за пределами Майи. Если мы хотим исправить Гуру Вайшнаву, то есть вы думаете, что кто-то о себе, как о великом ачаре, что можно наказывать кого-то, то это будет причиной нашего попадания в ад. Кто такой настоящий ачарья, кто может судить об этом? Группа Санатана Сарагаса, Калидаса Тхакур, все они ушли из этого мира. Шрила Калидаса Тхакур, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, они все ушли. А кто может определить, кто настоящий вайшнав, а кто нет? If you find some disparity with that sannyasi or sadhu, who is very cutthroat, fixed up in Siddhanta, very straight cut, oh, he is not. Who are you to pass judgment? Сейчас так происходит, что люди называют вайшнавами тех, кто, у кого есть такие же недостатки и такие же корыстные желания. И организуют какие-то группы на этой основе. Шрила Бхактивинода Тхакур, он назвал такие общества обществами кошек и собак. И вот сейчас часто происходит, что кто-то совершает какие-то ошибки. Но Гуру Вайшнава, они подобны отцу и матери, они помогут нам исправить эти ошибки. Они будут вести нас, но обычные люди, они... И Шрила Прабхупада, когда однажды увидел, что кто-то критиковал какого-то вайшнава, ну, это все те преданные, которые не достигли совершенства, у них тоже какие-то недостатки были, и они критиковали другого. Шрила Прабхупада очень разгневался и сказал, что это моя обязанность, я действую как ачарья, а кто вы? Зачем вы пытаетесь контролировать гуру вайшнавов? Это моя обязанность. Если одна обусловленная душа хочет, ругает другую обусловленную душу, то толку от этого нет. Еще одно, о чем я сказал. И вот как узнать, что у нас есть неподдельная стопроцентная вера в Гуру Вайшнавов и Бхагавана? Как это узнать? То, что... И какой признак? Если есть... Многие люди очень гневались на Шрилу Прабхупаду, почему он называл их не вайшнавами. Шрила Прабхупада говорил, что мы хотим стать вайшнавами, а нельзя заявлять, что уже вайшнавы. И так и вот Шрила Прабхупада, он говорил. у всех есть какие-то эти недостатки, ошибки. И что я хочу сказать? Шрила Прабхупада говорил, одна обусловленная душа, если ругает, критикует другую обусловленную душу, то у нее нет права на это. И вот Шрила Прабхупад говорит, что если вы верите вайшнавам полностью на 100%, кто-то может верить на 90%, но из этих 10% недостатка веры это осквернит наше сердце. Если мы верим Гуру Вайшнавам на 98%, но все же 2% майи остается, и поэтому Шрила Прабхупад вынужден говорить, что мы все были или менее осквернены майей воды. И поэтому все гневаются, почему Шрила Прабхупад говорит. Шрила Прабхупад значит Бхактисиддханта Сарасвати. Baba speaking. Follow what I say. We all. Мы все в той или иной степени осквернены майявадой. А что такое майявада? Какова ее основа? Не верить полностью в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. В майяваде они не верят в Гуру Вайшнавов и Бхагавана. Если мы верим на там, 80% или на 90%, то но 10% этого осквернения оно остается все равно. А в тот день, когда мы полностью на 100%, у нас такая непоколебимая стопроцентная вера появится в гуру вайшнавов, то мы сами сможем стать вайшнавами. Не думайте, что в этой жизни вы не сможете стать успешными, вы сможете. Я говорил перед Туласи, что если мы сможем совершать баджан совершенным образом и приняли настоящее прибежище у гуру вайшнавов, то тогда мы сможем достичь Верховного Господа. И мы должны верить полностью в Верховного Господа, как Иисус верил. Я, пример еще один привожу. Однажды он шел со своими учениками мимо какой-то деревни, там какие-то мальчики играли, и был этот инвалид какой-то. И вот он смотрел, как другие дети играют, и вот Иисус спросил у него, почему ты плачешь? Он сказал, что я не могу играть с другими детьми, поскольку я вот инвалид. С ногой что-то у нее было, и чего ж ты плачешь? И вот это причина, что мои друзья все играют, а я тут сижу и не могу. Еще проблема, что там еще у нее проблема была. То, что он дома сидел, а перед окном какой-то камень большой лежал и загораживал это поле, где они играли. Вид из окна загораживал. Вот он думал, если бы хотя бы посмотреть, как они играют, уже это лучше. И он сказал, вы можете попросить Верховного Господа, чтобы он этот камень отодвинул. И вот он сказал, что если будешь молиться Господу, то этот камень отодвинется. И вот он молился Господу и смотрел, правда или неправда, что этот камень отодвинется. И вот он 5-10 минут молился, и смотрит, ничего не отодвинулось, и Иисус сказал, что ты говори правду, не лги. Когда ты молился Верховному Господу, ты думал о том, что это невозможно. То есть он молился с мыслью, что это невозможно. И поэтому ничего не произошло. И вот сейчас я помолюсь за Тебя, Господу, что, Господь, Ты очень сострадателен ко всем, и, пожалуйста, убери этот камень, эту скалу, ну там что-то, какое-то препятствие было, чтобы он смог видеть, как играют другие дети, и это отодвинулось, этот большой камень отодвинулся, и много раз так случалось в жизни нашей Гуру-варги. Я избегаю, пример привожу, чтобы кому-то было более понятно. И также у меня есть бесчисленные примеры из наших писаний и от Гуру Варги. Однажды один из наших Гуру Варги, преданный, он переплывал реку Падму. Давно было, еще Индия была, потом эта область Бангладешем стала, и какой-то маленький мальчик, он сидел на этой лодке, а он место занял, и начали ругать, что тут старшие пришли, ему там 75 лет, а ты тут сидишь, даже места не уступишь, бесстыжа. И вот потом случилось что-то, они критиковали, и его... А пришел какой-то человек, этот... А какой-то человек пришел, яйца продавал. И когда рядом сел, этот мальчик отодвинулся, и начали его говорить, ты что там... Тут это чуть противно всем сидеть, но подумаешь, что там яйца рыбу ест. Все же люди как бы одинаковые. И вот... Ну, в общем, эти пассажиры критиковали этого мальчика, и потом в процессе переправы этот рулевой сказал, что тут мы просмотрели, ураган начинается, и может нас... И вот начался этот ураган, и эта лодка, она была на волоске от кораблекрушения. И все начали плакать, молиться, кто-то Кришне, кто-то Аллаху, кто-то еще кому-то. И вот какие-то из этих людей пришли к этому мальчику, мальчик Вайшнава был, и сказали, может ли ты попросить Господа, чтобы он спас нас, чтобы не допустил кораблекрушения этой лодки. Можешь ли ты помолиться Господу об этом? И другой человек говорил, ты только 10 минут назад критиковали этого мальчика, говорили, что он никакой там не преданный, а сейчас спросите его, чтобы он Господу помолился, что это такое. Но так или иначе, этот мальчик был учеником Шрилы Прабхупады, и он начал молиться и Господу Бхактивинода Тхакуру, Шриле Прабхупаде, Гауранге Махапрабху, чтобы они спасли всех этих людей, которые попали в этот шторм. И вот через какое-то время ветер прекратился, в другую сторону свернул, и таким образом все эти пассажиры этой лодки, они поверили в Верховного Господа. Смотрите, каково положение этого мальчика, мы такие падшие души, и хотели критиковать его, а что он сделал? Он молился Верховному Господу, и благодаря этому эта проблема с ураганом кончилась. И вот день за днем мы должны развивать веру в Верховного Господа. И вот такая вера, она должна развиться в нашей жизни, если мы успешны И если у нас будет такая вера, мы достигнем успеха в нашем баджане. И вот я сейчас приведу из Джива Татвы пример. И у Дживы есть свободная воля. И вот эта шлока, с которой я пример сейчас приведу. И вот кто-то думает, что почему Верховный Господь не спасает нас, они, или кого-то не спасает. И такие люди воспринимают Господа как слугу, своего слугу, чтобы он их там спасал, еще что-то делал. Вот какие-то люди делают такие неприличные замечания и критикуют Господа, что это его работа спасать всех. Мы тут в неприятность попали, почему Господь нас не спасает. И вот Верховный Господь не спасет нас. И если мы всю ответственность за свою жизнь переложили на Верховного Господа, и обвиняем Господа в том, что если что-то идет не так, что толку от этого. И также Kala Pahar какой-то. Kala Pahar, his name is Kala Pahar. It's Kala Pahar, one big, His name is Kala Pahar, means, if I translate it in English, it's called Black Hill. На английском это слово значит черный холм. Почему его так назвали? Он происходил из браманской семьи. Он поклонялся Верховному Господу. И у него была вера в старших. He used to believe whatever I can pray to Supreme Lord, He can give me. У него вера была такая в Господа, что Он даст все, что у Него попросить. То есть Он относился к Господу как к этому. Исполнителю желаний. Как какому-то справочному бюро или столу заказов, что что-то заказываем, а Господь должен все из полный Господь, а не наш слуга, чтобы Он всегда нам хлеб посылал, например, или еще что-то. Если мы молимся Господу, Oh, Supreme Lord, give our daily bread so that we can survive. What utility that I am going to survive in this material world? То есть, если мы молимся Господу о исполнении наших желаний, то такое отношение к Господу, как к столу заказов, плохое отношение. И вот однажды этот человек был в какой-то проблеме, начал молиться Господу, и после этого он обнаружил, что эта проблема все равно осталось, и вот он очень разгневался. Я тут поклоняюсь Тебе, Господь, а Ты мне тут желания не исполняешь. Перестану поклоняться. И вот этот человек так потом начал оскорбления какие-то совершать в адрес Гуру Вайшнавов. И make his heart like stone and iron, Vajra, thunder. Его сердце стало очень жестким, и он стал демоном. Он начал ломать божества в различных храмах, разрушать храмы во Вриндаване и прочих местах. Он нашел, собрал каких-то мусульман, и они начали тоже ломать храмы. Started breaking Govinda Temple, fire! After that, fire coming out from the top head of that Govinda Temple. Then they started flying. Like here, you know, Кази wanted to stop Kirtan. Hey! Как здесь Кази, он хотел остановить Киртан, и те, кто... Он кому-то дал указание, чтобы они пошли, остановили Киртан, разбили мриданги, и вот в этот же день он увидел. Тут какой-то огонь возник, и сжег их бороды, и они сказали Кази, что не нужно нас посылать там какой-то, мы хотели мриданги разбить, но тут какой-то огонь появился, и мы чуть не сгорели. Больше не пойдем туда. И тогда... И Кази, в ту же ночь, он, когда спал на Нарисимхадев, он явился к нему во сне и хотел разорвать ему грудь, и он проснулся в ужасе. Oh, excuse me, I'm not going to do it anymore. Okay, this is the last chance I'm giving to you. If you are going to stop Kirtan and break me down, Нарисимха сказал, что если ты еще раз осмеешься остановить Киртан, то я убью не только тебя, но и всю твою семью. И вот Чайтанья Махапрабху, когда пришел в Санкиртан, к дому Кази, этот Кази сидел в своем доме и боялся. И Махапрабху сказал, что ты мой дядя, приходи ко мне, зачем я пришел к тебе, а зачем ты прячешься в комнате, у тебя что, нету никакого гостеприимства. И вот Кази с опущенной головой пришел и начал просить прощения. И сказал, смотри, тут Нарисимхадев явился ко мне во сне, чуть не разорвал грудь мою, вот царапины от его когтей остались. И Нарисимхадев засмеялся. И здесь, смотрите, особая возможность Нарисимха Пали, это гора Нарисимха. Более такой могущественный Нарисимхадев, он хочет пролить на нас свою милость, какие-то проблемы, все. Это не нужно, если мы молимся Нарисимхадеву, мы не должны относиться к нему как к столу заказов, что пришли, пожертвовали там 20 килограмм параманы на Нарисимху, Нарисимха сейчас тут налоговая пришла, что за это? И такие люди, у них такая, так называемая любовь к Господу, что просто относятся к нему как к столу заказов. И вот сочетание Махапрабху хочет показать нам, что если у нас нет непоколебимой веры в Гуру Вайшнавов, то тогда мы потеряем все. И вот все души дживатмы, у них есть свободная воля, а когда они в какой-то проблеме находятся, то... обвиняют Господа в своих проблемах. И вот суть в том, кто-то может сказать, что это обязанность Верховного Господа спасать нас. У нас нас тоже есть какие-то обязанности служить, поклоняться Верховному Господу. Но если мы не исполняем своих обязанностей, а все перекладываем на Верховного Господа, то что толку? Хотя во всех Писаниях говорится, даже в Коране пишется, что обязанность наша служить Верховному Господу. И кто-то критикует Господа также, хотя в Гите самое научное доказательство, свидетельство, она переведена на практически все языки. И вот если мы будем изучать Гиту и поймем комментарии чисто Гуру Вайшнавов, то тогда мы будем восхищены, что какое научное, прекрасное научное доказательство. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне, что Верховный Господь не ответственен ни за какие проблемы, которые случаются в жизни кого-то. Господь нейтрален. И говорится, Верховный Господь говорит, ибо те люди, животные, они сами в проблемы попадают, а Верховный Господь никогда не хочет кому-то причинять какие-то беспокойства. Ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. Верховный Господь, Он хочет сказать то, что это наша обязанность служить Ему. You can go in front of Padri and pay 5,000 rupees and Padri can stand in wooden stand and stitch. Whatever I have done, I am doing. It's not scientific. То есть как в христианстве происходит какой-то индульгенция какая-то, она совершенно не научна. И вот в наших писаниях говорится, что такое дикша, если наш Гуру Бхакти Памудпури Госвами Махарадж не способен за все наши грехи, которые мы совершили в нашей жизни, то он, Гуру, он должен быть всегда готов принять тысячи грехов, совершенные их учениками. И поэтому те глупцы часто хотят стать гуру, а те, кто по-настоящему умны, никогда не хотят быть гуру. Те, кто получили наставление, как Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакур, они могут действовать как гуру, как Шрила Бхакти Памудпури Госвами Махарадж, поскольку сам Господь, Он сказал им, чтобы стать гуру. И материалисты своей собственной силой, они могут, какие-то материалисты могут захватить как-то власть, или положение ачарьи, или положение гуру, или еще что-то. Но они никогда не станут так настоящим гуру. Как вот пример с Бали Махараджем. Бали Махарадж, он становится следующим Индрой. Если кто-то мне предложит быть Индрой, то я сразу же откажусь. Ищите других. Поскольку я знаю, что таковы последствия. Я никогда не хотел быть Варуной, либо царем небес, либо Брахмой никогда. Я прикасаюсь к Бхагаватам и говорю, что никогда не хотел занять положение таких возвышенных полубогов. Нет, я хочу стать слугой чистых преданных. Это мое единственное желание. Если Верховный Господь Гуру Вайшнава исполнит мои желания, это будет очень хорошо. В прославлении Шримад Бхагаватам я могу на следующий день рассказать об этом. И вот из Падма Пураны в прославлении Бхагаватам говорится, что говорится, поскольку этот материальный мир нестабилен, и эти небеса, они тоже не вечны, нельзя вечно находиться. Нет ничего постоянного, вечного. Нельзя находиться на небесах, на райских планет вечно. И вот говорится, Нача чакравартинаха сукам асти вирактаса муне эканта дживинаха. So nice look I can discuss next day. Вот об этой шлоке Махарадж завтра будет говорить, на следующий день. И весь мир, он полон проблем. Если мы хотим получить определение материального мира, что я могу сказать? Я могу сказать, о Махарадж, если взять все проблемы в одно место, собрать все проблемы этого мира, если собрать, то получится гора, подобная Гималаям, и это будет олицетворение материальной самсары. Кто-то хочет наслаждаться этим. Или можно оставить и прийти к Гуру Вайшнавам и обрести способность достичь духовного мира. I have nothing to do. Follow. Даже и Индра, он не может достичь никакой стабильности. Что говорить о небесах? Индра, он царь небес, и то он постоянно боится чего-то, надо... То демоны нападают, то еще что-то, в общем, ему тоже там нет, не сладко. Taktsen kampansu samikshamanam bhunjana eva atmakrita vibhagam hridbha bhakuvir vidadam namaste jiveka muktivade or bhaktivade or muktivade bhaktivade jiveka sa daiva. I can explain this sloka. Then never you can complain. И вот в этой шлоке говорится, что если ее понять, то мы поймем, что Господь, Он не ответственен за наше плачевное состояние. Господь, Он зовет нас, но мы страдаем из-за того, что из наших прошлых действий. We are jumping into fire from frying pan. This is a foolishness. You see. So whom to blame? Supreme Lord never want to throw you into Maya. Верховный Господь, Он никогда не хочет принести нам никаких беспокойств, проблем. Вот сегодня тоже 2 часов электричества не было, потом все чуть не было, потом батарейка села, электрорикши, потом мотоцикл еще села, потом еще что-то. Одни эти препятствия по пути. What problem can stand if my Guru Pātpada Bhaktivinoda Tulasi Maharaj, Kesava Goswami, Bhaktivinoda Thakur are going to protect me? Who is there? Who is there to put me in trouble? Let me see. Nobody can put me in trouble. So about free will of Jivatma, I can discuss more in details. Вот о свободной воле Дживатмы Махарадж будет говорить в следующий раз. On 29th, Jiva Goswami Maharaj disappeared that thing. So that day we have to speak about Jiva Goswami Maharaj. Also I can touch this Jip Tattva because I promised I can touch 2-3 months up to Gopurni. Before Gopurni I will leave because Gauranga Tattva will have to discuss about the excellency of Gauranga. Follow UTC. Motir nakishne paradoshatova Mitho vipadde tu grihovratanam adantu govir vishatam tamishram punah punah charvito charvananam. I can explain this sloka also. We can go now. Также я могу эту шлоку объяснить. Still now I cannot find time. Manchakalokos patitanam pavanam vishnu. Try to do bhajan. Try to do bhajan. Be careful. I am giving blood to you. Be careful. You are not getting nourishment. Why? So, Purushottam. Yes, yes. One short question. What question, Ma? Sorry. Only shortly, if you can explain the difference from Vaishnava Uchista and the Uchista from family members. If you can make this... Actually, Uchishta of Guru Vaishnava, вопрос о остатках пищи. И вот если мы принимаем остатки пищи Гуру Вайшнавов, это великолепное лекарство для нашего баджана. Но если мы принимаем остатки пищи каких-то людей непреданных, то ничего хорошего в этом нет. Остатки пищи Вайшнавов, они Махамахапрасадом называются. И вот это может помочь нам избавиться, если будем принимать остатки пищи Вайшнавов, это поможет нам избавиться от материальных проблем. И в семейной жизни я видел, как жена может отдавать остатки своей пищи мужу, это не уважительно по отношению к мужу. Это не ведическая культура. Я в великолепии Махапрасада, я за личным буду говорить не только о Махапрасаде, если нужно принять воду Чаранамриту, а мышу стопы Вайшнавов, то это очень благоприятный. Махапрабху такую лилу однажды явил. Когда он шел в Гаю, Махапрабху развил какой-то... Как какую-то болезнь, и Махапрабху сказал, что лекарством будет вода, мышья стопы чистого Вайшнава. И вот Кришна, он сам тоже омывал стопы Риши Муни, браманов, Вайшнавов на Раджасу Яге. Он говорил, что это мое служение таково. И вот смотрите, он сам Верховный Господь. Юдхишthira Махарадж спросил, что он хочет делать, и Кришна сказал, что я хочу омывать лотосные стопы Гуру Вайшнавов Риши Муни, что это твое служение будет такое, да, давайте мне его. И вот учишь остатки пищи Вайшнавов и вода, мышьих стоп и пыльстых стоп — это 3 катализатора на пути нашего баджана. Мы можем обрести духовную силу. Можно вспомнить несколько пример Калидаса. Этот дядя Рагунат Кардаса Госвами, у него баджан такой был, он принимал остатки пищи вайшнавов. Кто-то говорил ему, что вот какой-то вайшнав с низкой касты, он говорил, нет, что вайшнав, значит, вайшнав, вот был Джару Тхакур такой, происходил, ну, так, не внешне происходило какой-то невысокой касты, но этот Калидас, он все равно принял остатки его пищи. И однажды Махапрабху, когда шел в храм Джаганатха, то там Говинда омывал его лотосные стопы перед тем, как Махапрабху заходил. И вот Калидасу однажды выпала возможность, Махапрабху разрешил ему взять эту воду, омывшую его стоп. И он три раза ее выпил и сказал, что хватит, три раза достаточно, и это милость, моя милость тебе за то, что у тебя есть такая непоколебимая вера в остатки пищи вайшнавов. Все молятся, чтобы обрести пыль с лотосных стоп Верховного Господа.